Я в спорте. Сегодня в третьем крузе чемпионата Украины по гандболе сярод жаночых команд Гомель на своей пляцовце сустрэнецца с Витебчанкой. Дарэчы, насыщенными на спортивные подеи чакаются и наступные дни этого тыдня. Ганна Ковалева расскажет больше подробязно. 26 студеня отбудутся черговые матчи чемпионата Украины по хоккею. ХК «Гомель» на домашней арене примет лидера першинства – столичную юность. Меньшане на 18 очков опереживают гомельчан у турнирной таблицы. При этом вогненные рыси размещаются на третьем месте. У жлобинского «Металлурга» так само соперник не из простых. На домашнем леде «Сталявары» сгуляют с гродинским «Нёманом», який займает другое место у турниры. Обудва хоккейные поединки стартуют у 7 годин вечера. У субботу 28 студеня мужчинская дружина гандбольного клуба «Гомель» проведет матч у отказ первого этапа Кубка Беларуси. Соперниками станут гандболисты «Витязя». Нагадаем, у первой встречи гомельчане отримали перемогу с ликом 29-27. Матч у отказ пройдет у Жлобине. Гульня начнется у 15 годин. После завершения баталии финала четырех аматеров мини-футбола чекает 16-й тур чемпионата Беларуси. На выходных 28 и 29 студеня ВРЗ встретится с УУЗ «Динамо». ЦКК на свою пляцовце примет БЧ «Агрокомбинат». Комбинат «Паўднёвы» чакае ў госці команду «Барыса-900». Ганна Кавалёва, телерадыокампанія «Гомель».